Наше путешествие сегодня короткое. Мы начнем с улицы Шлихтера. От нее мы проследуем к мосту, по которому проходит проспект Воссоединения. Нам нужно перебраться по ту сторону железнодорожных путей. Включаем камеру, переходим дорогу и проходим под мостом. Искомое место здесь. Пересечение улиц Березняковской, Серафимовича и проспекта Воссоединения. Пустырь, который не застраивается уже много десятилетий. Здесь находилось кладбище хутора Зательбин-Березняк. Вот здесь, в удолье, на естественной возвышенности, которая была на берегу естественного тогда водоема, впрочем, заболоченного, сейчас на его месте Русановский канал, и раскинулось это кладбище. Сейчас здесь пусто, вот там, где СТО или автозаправка, там в 60-е был небольшой стадиончик. Само кладбище сгинуло как раз во время постройки Березняков жилого массива. Жилой массив занял собой часть хутора и частично сетка улиц Березняков. Вот там, где Бучмы, она соответствует сетке улиц хутора Зательбин-Березняк. Мало кто подозревает, что вот под этим полем до сих пор лежат чьи-то кости. Сейчас видим, там прокладывается новый коллектор. Давайте спустимся вниз. Пока это место еще не застроено, стоит пройтись по нему. Никто не помнит покойников, погребенных здесь, никто не посещает их могилы. Стерта память. Кладбище хутора Зательбин-Березняк. Сгинувшее, забытое, сравненное с землей. Естественная возвышенность, о которой я говорил, она начинается еще от конца улицы Серафимовича. Вот тут такой пригорочек вверх идет, слева от нас. Ну, это сейчас раскопали, а так слева от нас проспект Воссоединения, там канал, и вот этот пригорочек. Это не намывная территория, это естественное возвышение. Всем пока! Всем пока, это был Петр Семилетов, планета Киев.